Так, всем привет. Сегодня у нас на диагностике, даже не ремонт, просто диагностика. Samsung R525 ноутбук принесли, так сказать, с мусорки. Вдруг работает. Короче, без жесткого диска, без оператива, без зарядника, без аккумулятора, даже без Wi-Fi. Короче, все, что можно было, вытащили и выкинули. Вот. При диагностике было выявлено, что в общем, выявлена типовуха, северный мост умер. Тут все от Радеона, начинает процессор, заканчивая северным южным мостом, ну и видеочипом, соответственно, тоже. Полный AMD. Вот. После прогрева северного моста он стартанул. Также было подкинуто для теста посткарт Вертьянова. Раз уж я купил, решил его попробовать, хотя, в принципе, я знал, что тут северный мост чаще всего. Но он и оказался. При подключении посткарты здесь специальный есть разъем, дебаг, через переходную плату. Основная плата показывает посткоды. Ну, там, в общем, нули писались. Там два нуля, и перед первым нулем точка моргала. Вот, сейчас какие-то посткоды там бегут. Он у меня включился уже после прогрева. Но сейчас вот опять перестал включаться. В общем, нужно северный мост перепаивать. Такая диагностика. Сейчас вот здесь пишет посткод 22. До этого тоже сначала нули писали, потом какие-то потихоньку начали посткоды появляться. Вот. Также был обнаружен, что на экране пятна есть, то есть экран тоже, в принципе, не целый, но большая часть экрана пока. Сейчас, если получится, запустить еще раз, засниму. Да, что удобно с этим разъемом, он находится на обратной стороне, рядом с оперативкой. Можно ноут весь не разбирать, чтобы подключиться, потому что к Wi-Fi тоже не подлеешь, но я так понял, что через разъем Wi-Fi он и не подключился бы именно этот Samsung. Тут платформа какая-то на B, неизвестная мне ранее, еще не помню, как называется, что-то на B. Вот. Также здесь при разборке системы охлаждения было выяснено, что на месте, где должна быть термопрокладка, как раз там северный мост, нам начинает термопаста, соответственно, он, скорее всего, в этом месте перегревался, потому что термопаста, скорее всего, не доставала до радиатора, и тем самым чип умер со временем. Скорее всего, видеочип живой, только северный мост умер. Ну вот, прогрев диагностически помог буквально там минут на 10. Сейчас тут опять не стартует. Возможно, из-за того, что я посткарту ставил тоже без посткарты, он стартовал. Так, наконец-то он стартанул. Вот пятна инопланетные. Сейчас показывает посткод C0. Но при старте он показывал 6.0. В общем, на посткоде 6.0 он стартанул. Пришлось отключить вентилятор, чтобы он получше нагрелся. И опять стартанул. С вентилятором не хотел включаться. В общем, как-то так. Да, по скриптам специально для Евгения Назарова поставил Ubuntu на Samsung. Кто в теме, тот знает. И, в принципе, можно пользоваться в таких случаях, когда он перестанет включаться, чтобы его не разбирать. Есть диагностический метод включения. Закрываете полотенцем входные отверстия, чтобы он нагревался внутри. И минут через 20 выключаете и стартуете заново. Обычно помогает, и он опять стартует. То есть на горячем он будет работать, на тепленьком. Как только он остынет, скорее всего, опять перестанет включаться.